«Я люблю тебя, Россия» в Курске назвали имена победителей конкурса патриотической песни. Свои вокальные данные продемонстрировали более сотни молодых исполнителей в возрасте от 14 до 25 лет. На гала-концерте побывал наш корреспондент Игорь Киселев. Александр приехал в Курск из Дмитриева. Патриотическая песня для него – лучший способ доказать любовь к родине. В этом году стал лауреатом второй степени. Решил себя полностью посвятить музыке. Еще очень много непокоренных высот, так что есть стимул, есть к чему стремиться. Я считаю, что все только начинается. На сцене лучшее. Начинающие звездочки уже стали победителями местных этапов конкурса. Несколько дней отборочных прослушиваний, и вот он, финал. Областной. Впереди выступление на всероссийском конкурсе. Мне приятно отмечать то, что новичков с каждым годом, их, в принципе, появляются новые лица. И более половины – это новые молодые исполнители. То есть, я думаю, которые в дальнейшем – это будет новый шаг в их развитии именно в творческом. Любовь к родине и память о героической истории родного края. Об этом они поют свои песни. Цель конкурса – с помощью творчества воспитать настоящих патриотов. Игорь Киселев, Сергей Дорохов, телеканал «Си».